Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Неожиданно обратились с вопросом, что представляет у нас таблицы Шульте нашего производства. Вот сейчас вам это все покажу и расскажу, как это все происходит на деле. Значит, первое, понятно, самое важное для любого психолога, это стимульный материал. Вот такие вот карточки размером 15 на 15. 5 карточек. Сейчас есть такая тенденция, что есть шестая карточка, как бы тренировочная. Но классический вариант таблиц Шульте предполагает вот таких 5 карточек. Размеры карточек 15 на 15. Специальный шрифт. Не простой, не Times New Roman, не Arial, а специальный шрифт подобран. Шрифт унифицирован и соответствует тому стандарту, который был в середине 50-х годов разработан. Вот таких вот 5 карточек. Это карточки. Кроме того, в комплекте это вот так вот мы поставляем в коробочке в такой. И, соответственно, веревочку перематываем. Получается комплект стимульного материала. Также в комплекте со стимульным материалом самой методики идет вот такой вот, такая вот инструкция. Как вам ее назвать, не знаю. Научно-практический центр АКМЭ. Здесь адрес ЛПФО ПРО. Адрес нашего сайта. Вот. Научно-практический центр, патопсихологическая методика таблицы Шульте. Значит, она представляет из себя 6 листочков. Так вот они выглядят, пружинкой перешиты. В общем, вечная практически. Если хотите, можем заламинировать, но это дороже будет. Соответственно, идет процедура проведения методики, протокол исследования таблицы Шульте. К каждому комплекту, сразу забегая вперед, вот здесь вот у нас распечатаны, тут штучек 20, наверное. Это вот протокол методики таблицы Шульте. То есть комплект, вот эта методичка, сам стимульный материал и один листочек для того, чтобы можно его было на любом принтере размножить при необходимости. Но в своей практике я редко пользуюсь. Бывает, пользуюсь при каких-то экспертизах и так далее. Пользуюсь стандартным бланком, чтобы все было официально. Тут видно подпись психолога, интерпретация обязательно. Вот давайте поближе оператор, чтобы главное не размылось. Все это четко было видно. Ну и, соответственно, вот это стандартный бланк регистрации результатов обследования, исследования, API, экспериментально-психологического исследования. Вот. И дальше, что идет? Протокол исследования и самое главное, вот патопсихологическая методика, интерпретация. Тут приведены все необходимые формулы, таблицы, расчеты и нормативы по данной методике. И наша маленькая рекламка. Вот такой буклет, стимульный материал и бланк фиксации результатов. На нашем сайте, обратите внимание, оператор вот сейчас переведет, lpfo.pro. Сайт lpfo.pro, страница открытой таблицы Шульте в разделе «Бланковые качественные методики». Вот здесь вот. Соответственно, стоимость одной методики составляет 700 рублей, плюс доставка 450 рублей в любую точку России. Соответственно, 1150 рублей стоимость одного комплекта. Стимульный материал, брошюра и бланк регистрации результатов. Отправляем мы по всей России. Собственно, все, о чем я хотел вам рассказать и показать. Благодарю вас за внимание. И на этом все.